Мурманская область остается в числе 5 лучших регионов страны по удельному темпу вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Прививочную кампанию против коронавируса в регионе обеспечивают 49 бригад, 33 это наши подвиды. Продолжают ежедневную работу мобильные прививочные пункты в 3 торговых центрах Мурманска. Также в регионе продолжается прививочная кампания против сезонного гриппа. Однако здесь темпы вакцинации значительно ниже. На сегодняшний день привито около 200 тысяч человек, что составляет менее половины от плана. В региональном правительстве призывают не игнорировать рекомендации врачей и вакцинироваться не только от коронавируса, но и от гриппа.